Волею очень удачного случая родилась идея для создания данного учебного реферата. Прибыла для проведения хонобслуживания бритва современная, что крайне немаловажно, прямо нового поколения от Дова, от Артема, которого я отдельно сердечно приветствую и благодарю за такую прекрасную возможность. Очень интересно мне будет посмотреть на то, что Дова делает сейчас. Это прямо совсем-совсем из последнего. Просто свежайшая модель. Luxury Razor. Так. Все здесь пишут, можно ознакомиться, почитать. Я вот так даже... Остановлю внимание, больше 115 лет. Так. Все. Вот эти вот поколения, разор маньяков, этих ковалей и так далее. Ну, короче, сейчас будем вместе смотреть. Я даже ее не раскрывал. Именно для того, чтобы мы посмотрели на все это дело вместе. Но до этого, наконец-то, вот я пытался и для себя это понять. И всем желающим это объяснить доступным языком, какова или каков оптимальный объем давления клинка на камень при заточке. И вот какой я мысли пришел. Для того, чтобы натренировать именно оптимальный объем давления клинка на камень, думал я, что взять за, скажем так, за абсолют величины. И пришел я к тому выводу. Рассматривал я всякие варианты. Они, в принципе, по большинству все допустимы. Но один из, наверное, самый универсальный вариант, это произвести вот такое, скажем так, телодвижение. Можно взять камень, любой сухой камень. Однако, даже если вы возьмете камень влажный, с любой купюрой любой страны такой фокус можно провести. От того, как купюры, если кто-то не знает, это денежные единицы, которые выполнены из бумаги, которая воды не боится. Именно поэтому... Вот я решил взять за эталонный образец именно купюру. Купюру эту вы укладываете на камень и сверху, вот любой бритвой, прижимаете эту купюру к камню. Просто одной точкой, вот можно носиком прижать. И пытаетесь вот таким вот образом купюру туда-сюда продвинуть. Если у вас давление, вот самое, давление, которое оказывается, она не дает купюре вот в обратную сторону от себя, если можно так сказать, протолкнуть вот так, то это давление уже превышает допустимое значение. Вы понимаете? То есть давление клинка на купюру или через купюру на камень должно быть такое, чтобы купюра у вас двигалась в обоих направлениях. Вот объем давления. С таким давлением вы будете на 100% обезопасены от того, что у вас давление на клинок будет чрезмерное. Вот для примера, другой камень мы возьмем, та же купюра. Вот самую капельку вот я давление увеличил, все, купюра у нас уже в обратную сторону не перемещается. Таким вот образом, вот она, нормально ходит. Мне кажется, так натренировать мышечную память проще всего. Не надо ни килограммы, никакие ни граммы использовать, ни массы бритв, ничего этого не нужно. Поставили. Ну, вы же чувствуете, каким давлением вы обладаете и какое давление оказываете. Вот и все.
И точно так же клинок по камню будет ходить. Вот вы как бы увеличили его, и все. И у вас купюрка уже никуда не движется. И опять же таки, купюры выбраны потому, что затереть их в процессе вот этих опытов, ну, практически невозможно. Краска не стирается. Плотная очень бумага, качественная. Надеюсь, кому-то это будет полезно. Ну, а теперь, в общем-то, самое интересное. Мы сейчас возьмем этот клинок. И первым делом вместе с вами рассмотрим его, ну, прежде всего, эстетику. Да, кстати сказать, поскольку бритва новая, я сделал такое предположение, и сейчас мы его осмотрим, и я думаю, это все у нас микроскоп подтвердит. С первого камня стартовать смысла нет, потому что там наверняка в заводских условиях создана рабочая фаска. Мы посмотрим, насколько она качественная, и будем подниматься с свободного зерна 20-тысячного суихира на яшме, и затем совершим переход на япнат с его же суспензией, на нем же сделаем финиш, и потом с тюрин яйца на япнате же совершим доводку. Итак, еще раз. Это последнее, самое последнее поколение. Самое свежайшее. Вот такое. Они, кстати сказать, выпускают еще и мыло для бритья. Тоже там какого-то нового поколения. В разных банках, даже в деревянных. Ну, вот смотрите. Ну, что сказать. Достаточно богатая комплектация. Так, пишут, что бритва заточена. Так, предлагают совершить правку. Ну, вообще, как бы хорошо. По комплектации вопросов нет. Вот сам клинок. Вот так вот, да? В масле. Вот такую интересную, прямо интересную такую нестандартную форму имеет клинок. Сейчас нам нужно, ну, кстати сказать, вот прекрасный, кстати, фон позволяет посмотреть, какое геометрическое строение клинок имеет. А здесь у нас, ну, фактически выборка четвертная, и вот как она оформлена. Ну, я думаю, это видно, что не совсем равнозначно выполнены спуски с обеих сторон. Это, в общем-то, ничего страшного, однако было бы интересно, ну, до определенной степени интересно было бы узнать. Я же не думаю, что они там какие-то 50 евро просят за бритву. Так, в общем-то, решение интересное предварительно. Но деревянные оправы, это, конечно, наверняка за это берутся какие-то экстра деньги. Так, это чистый ацетончик. Мы сейчас вот так область, я осевой не буду там особо вытирать, пусть там маслице остается. Но по стали, по массе, масса приличная. Поэтому велик шанс. Я сейчас на всякий случай, наверное, возьму другие окуляры, потому что в этих я не вижу того, чего здесь написано на Эрле. Написано, кстати сказать, не знаю, сейчас посмотрим. Так, вот прямо интересно, что же они там понатачивали. Эти прекрасные крафтсманы. Так, наблюдаем. Сделано вручную в Германии. Материал 1.2210. Это, вероятно, какая-то марка стали. Никаких других у меня
Предположений на этот счет нету. Кстати сказать, так, чтобы было как-то видно. Вы видите то же самое, что и я, надеюсь. Клинок смотрит вправо. Это неплохо, нехорошо. Это, скажем так, издержки термообработки. В общем-то, ну, страшного здесь ничего нет. Просто мы для себя, скажем так, такие моменты отмечаем. Наверное, на всякий случай, сразу, вот со старта, я накрою район осевого, зафиксирую клинок при помощи изоленты. Древесина, не знаю какой породы, но тактильно очень плотная, поэтому я думаю, ну естественно, она хорошо полирована. Поэтому уверен я, никаких следов от изоленты она не оставит изоленту после себя. А если даже оставит, мы ее потом без проблем уберем. Я уже когда-то об этом говорил в свое время, и до сих пор, естественно, так происходит. Мануфактура TRSR 69 номера у них в среди сотрудников был отдельный отдел, ну, отдельные были люди, которые занимались выравниванием клинков после закалки. Правильщики, так называемые. Вот в рабочем штате присутствовали именно такие отдельные спецы. Поэтому то, что он не абсолютно ровно, это еще абсолютно ничего страшного не говорит. Кстати сказать, вы обратите внимание, какая, насколько тончайшая фаска создана. Так, ладно. Посмотрим, что они там, какую фасочку создали. Так. Ну, скажу так, если они это предлагают как готовое к бритью изделие, это, конечно, мягко сказать, не совсем отвечает действительности. Я сейчас вам это продемонстрирую. Так. Ну, прямо на постированных ремнях бритва доводилась, это 100%. 100%. Ой-ой-ой. У пятки прямо вообще все не очень хорошо. Но я покажу просто место. Да, вот начнем, наверное, с области носика. Прямо у носика совсем, так чтобы вам было все ясно и понятно максимально. Этот отрезок наибольшее понимание даст того, что там происходит на самом деле. Давайте. Сейчас попытаюсь. О. Плюс-минус вот такие истории через каждые там, ну, 10-15 миллиметров попадались. Ну, я думаю, так или иначе, все равно сейчас мы, естественно, предварительно бритву обеззаразим вот таким вот образом. Пока ее вот сюда оставим отдохнуть.
Тем временем мы возьмем яшму, наверное, сполоснем ее. Наведем на ней суспензию 20-тысячного суэхира. И начнем вот прямо с этой величины и подымать. Суспензия наведем побольше, надо будет поработать чуточку подольше, для того, чтобы попытаться все это дело прибрать. Я уже упоминал о том, что несмотря на то, что зерно тончайшее, но работает оно исключительно агрессивно. Поэтому я думаю, удастся нам, скажем так, осуществить ремонт рабочей фаски с выходом на режущую кромку и избавиться от вот этих повреждений. Так, тут у нас уже все обеззаразилось. Аккуратненько все протерли и можно. Ну, естественно, в слой изоленты и слой ленты каптоновой. Ничего нового мы здесь выдумывать не будем. Клинок точно так же, я так подозреваю, оклеивался при заточке. Ну, в слой изоленты точно его клеили. Я не думаю, что так хорошо сохранились. Если, конечно, не затачивали ее с поднятием обуха над камнем, ну или над материалом, на котором заточка велась. Они же там старт у них на планшайбах, ну, грубо говоря, горизонтальные вращающиеся диски. Ну, все видели эти материалы. How it's made, вероятно, от Discovery Channel. Поэтому они, по-моему, только завершают там что-то вручную. Ну и то, как они завершают, мы только что увидели. Я думаю, конечно, имело бы смысл, наверное, больший смысл имело бы, если бы предлагали они выбор, допустим, приобрести клинок без заточки вообще, как вариант. Вполне вероятно, что это было бы более оправдано. Вакер такие услуги оказывает. То есть у них есть возможность приобрести бритву без заточки вообще. Но, опять же таки, это все дело такое. Купил партию каптоновой ленты, а она, с одной стороны, чуточку, я бы так сказал, плотнее, чем предыдущие все закупки мои. Но очень сильно она в рулон скручивается. И тяжело мне как бы ее вырезать и наклеивать. Она все время какие-то коленца выбрасывает. Так, ладно. Ну так, вроде как клиночек лежит плоскостью. То есть никаких искривлений по плоскости я не наблюдаю. Теперь относительно движений. Вот эти круговые движения, по-прежнему они самые энергоэффективные и абразивоэффективные. От того, как в отличие от движений, допустим, возвратно-поступательных, у вас так или иначе, у вас две мертвые точки есть, с одной стороны и с другой. В движениях в круговых у вас как бы мертвые точки не наблюдаются. То есть вы оформляете вот этот, ну, эллипс, грубо говоря, это же не круг. И, естественно, у вас обработка происходит на всех отрезках вот этого эллипса. Поэтому бритва работает, вернее, ну, снимается металл быстрее.
и большего объема. Тут надо все просто внимательно повычищать. Надеюсь, я же удастся вот эти все сколы. Ну, они с одной стороны, увеличение это большое, это мы рассматривали, я в два раза приблизил телефоном, и еще 100 крат дает микроскоп. Можно ли это сосчитать как 200 крат, не знаю, но вообще, конечно, номинально повреждения незначительные. Поэтому велик шанс, отталкиваясь от того, насколько интенсивно отрабатывает зерно суихировое, назовем его так, есть шанс того, что быстренько мы это все дело приберем. Естественно, после круговых можно уже переходить на возвратно-поступательные, для того, чтобы обрабатывать фаску на всем ее протяжении от режущей кромки до верхней части, туда в сторону обуха. По тактильным ощущениям сталь очень-очень приятная, твердая. Вполне возможно, что, опять же таки, какие-то, ну, сейчас мы посмотрим, как она все нам покажет, но предварительно особого упрощения не претерпели процессы производственные. Так, ну давайте посмотрим предварительно, что у нас получилось. Я во избежание образования вот этих полосочек я эту изоленту сниму и посмотрим, что получилось у нас на этом этапе. Так. Ага. Мы все прибрали. Абсолютно все прибрали. Это очень хорошо. Это очень быстро. Так, я сейчас вам покажу умышленно часть в районе пятки. Самую пятку сейчас покажу. Для того, чтобы вы имели представление, насколько она была недоработана, с одной стороны, с другой стороны, насколько удобоваримая сталь, потому что там огромный заусенец, там прямо бахрома. Но эта бахрома, она дает нам возможность понять, что сталь, она не слишком хрупкая, эластичная, другими словами. Прошу обратить внимание. Вот она. Так. Мы как-то на увеличении там отрабатываем. Вот, глядите. Вы видите, какой сильный заусенец. Так. Это очень и очень хорошо. Все мы прибрали. Поэтому этот этап мы уже прекращаем. Как завершенный. Сейчас, естественно, мы переклеим, накинем туда новый слой и перейдем на япончик. Я только единственное, наверное, буквально в 20 проходиков вот эту бахрому отсюда приберу. Почему образовалась? Потому что не проработали пятку при заточке заводской. Ну, другого варианта здесь быть не может. Ну, в общем-то, не страшно. Но опять же таки, всем ханмейстерам
совет. Пятки надо внимание уделять в обязательном порядке. От того, как носик — это, безусловно, самая важная часть на клинке, но с другой стороны, проточить его проще всего. Форма настолько нестандартная, что не совсем просто изоленту оклеить. Но опять же таки, ничего критично сложного здесь не наблюдается. И тут надо внимательно, чтобы она туда, каптошечка, не скручивалась, а то потом ее тяжело на место вот здесь разравнивать. Ну, вообще, на данном этапе я вполне себе удовлетворен тем, что наблюдаем мы. Так. Имеется в виду сталь. Раз. Это все прибрали. Так, камушек. Водичка. Проверили, все чисто. Никаких у нас нет включений. Частичек, которые нам помешают, здесь не наблюдается. Достаточное количество я там суспензии наложу для того, чтобы все нам хорошо подчистить. Так. Опять же таки, кружками, эллипсами. Всегда я начинаю старт движения с пятки, и потом потихоньку я перемещаюсь к носику. Смотрите, насколько шустро обрабатывает, темнеет суспензия на глазах. Давление. Очень внимательно дозируем. Естественно, здесь уже амплитуда движения, помимо естественного удельного давления, она сокращается. Потому что сделать вот такой проход на всю величину камня — это уже на таких тонких этапах велик шанс того, что какое-то более крупненькое зерно внутри взвеси, оно вам нежелательный след после себя оставит в виде какой-то рисочки. Но о паразитных рисках здесь речь не идет. Там пластина уже достаточно притертая для того, чтобы из себя как бы выбрасывать свободные алмазики. Поэтому здесь прямо по чуть-чуть, по чуть-чуть. Все очень-очень равнозначно по величине зерна. Грань остренькая, чувствую, что пора нам уже изоленту менять. Ну, в общем-то, мы на камне-то уже заканчиваем фактически. Сейчас еще самую капельку, так мы тут пяточка. Я всегда
Концентрирую внимание на пятке. Потому что носик, он проточится, ну, в подавляющем большинстве случаев. Понятное дело, его тоже без него не оставлять нельзя, но пятка — это более такой сложный в обработке элемент. Так, ну давайте предварительно осмотрим полученный результат. Всегда вот здесь протирайте торцы. В любом решении, выборка, клин, любое, все что хотите, осматривать надо обязательно и протирать, потому что там капелька осталась, и потом эта капелька вот моментально прокородирует. Так, ну что, где? О! Так. В общем и целом неплохо. Прямо даже очень неплохо. А давайте, знаете как? Давайте я вам покажу это же место на пяточке. Вы посмотрите, как мы его прибрали. Там на самой фаске следы суспензии слегка остались. Но сам факт, смотрите, как хорошо. Сейчас я даже попытаюсь. О! Вот так. Смотрите, как здорово. Все прибрано, все чистенько, красивенько. Единственное, нам еще самую капельку посмотрел я. Надо носик вот здесь, самое-самое начало его подработать. Сейчас я переклею новое. Тут у нас следов никаких нету. Вот видите? Да давай, ну что ты? Короче, капелька там малюсенькая, вот ее надо за этим следить. Потому что бывает такое, без внимания остаются эти торцы. И потом коррозионные поражения там возникают. Так, есть. Да, вот это, конечно, искривление обуха. Вот такое, как бы в обратную улыбку делу оклейки слегка мешает, но критично, опять же таки, нет ничего. Какой-то преследовался дизайнерский изыск. Попытались они сотворить что-то такое нестандартное. Все прибираем сразу, чтобы оно не мешало под рукой. Берется каптоновая лента такими микроскладками. Они ни на что не повлияют, потому что слишком маленькие. Но в области самого обуха надо внимательно их разглаживать. Но при этом будьте предельно осторожны, потому что бывает такое, что палец срывается, и потом режете пальцы. Я, по крайней мере, резал. Поэтому лучше перебдеть. Так, носик подправляем. И там еще какой-то мне не совсем понравился сегмент в середине.
Самую-самую такую. В щадящем режиме. С крайне малой амплитудой. Тут у нас движение клинка уже получается миллиметров по 10 от силы. Это мы уже завершаем. Есть. Сейчас небольшую перепроверку мы делаем. Если все удовлетворяет оптически, то будем совершать доводочку. Так. Сейчас я буквально секундочку гляну. Что и как там. О! Так, носик отработан. Серединка отлично. Пятка отлично. Да давайте так, чтобы тоже ж интересно. Не я один тут стою кайфую, хоть тоже должно быть. Опять же таки пятка. Буду показывать пятку. Она у нас таким выступит мерилом прогресса в данном случае. Все. Значит, сейчас очень быстренько мы камень споласкиваем. Экстра нагурку споласкиваем. Суспензию наводим. Прямо вообще легко-легко. Ну, поскольку камень твердый, естественно, мы суспензию получим только от тюремгейца. Тоже достаточно так рясненько мы ее тут сейчас спродуцируем, чтобы хорошо он все почистил, всю фаску и режущую кромку во всех местах. Ну вот, я думаю, будет достаточно с головой. Так, и безотлагательно приступаем. Опять же таки, с кружков начнем, с этих эллипсов. Чувствуется само зерно мягче, естественно, тюрингейца. Вот так я укладываю клиночек на подушечку из суспензии, чтобы она нам всю фасочку, подушечка это отработала. Пяточку, пяточку. Ну и носик, естественно, тоже. Про него нельзя забывать ни в коем случае. По сравнению с бритвами на выборке, вот такие решения, которые к клину стремятся, они требуют чуть большего внимания в плане распределения давления по одной простой причине, что тяжело почувствовать непосредственно вторую точку касания. Ну, первое это обух, понятное дело, а вот вторая точка это рабочая фаска. Поскольку амплитуды, естественно, в таком геометрическом строе клинок не имеет фактически. Хотя я должен отметить, ну, может быть просто, что часто с этим сталкиваюсь. Даже на полных клинах я чувствую, как клинок все равно амплитуду движения имеет.
даже при полном отсутствии выборки. Но уловить, почувствовать это сложнее. Поэтому очень-очень внимательно надо с распределением давления. Очень внимательно. Так, естественно, наверное, носик я внимание обращаю. Ну, вся остальная часть рабочей фаски, она так или иначе обработается. Вообще, самые такие места повышенного внимания, это первое место — это пятка, и второе — это нос. Потому что носик, он больше всего загруженный в работе, так или иначе. Движений, когда бритва обрабатывает пяткой вперед, их значительно меньше, чем движений, когда работает носик. Самую капельку чувствуется неравномерность клинка именно вот с этой стороны. Ну, не прямолинейность. Не критично, но на ощупь чувствуется. Вот с этой стороны клинок ходит более гладко. А здесь он прямо вот этими двумя точками, как, опять же таки, самую малость упирается. Объяснить тяжело, но почувствовать очень просто. Так, все, мы завершаем сессию. Это уже такие штрихи завершающие. Сперва на пятке концентрируемся, и потом на носике. Так, я думаю, все. Бритву сполоснули. Сейчас мы его смотрим до правки. Потом стандартно мы проведем 100 проходов правки ладоной и 50 проходов правки на ремешке. И контрольный тест нарисовался. И я надеюсь, что покажет нам очень хороший результат. Вот у нас рабочая фаска. Так, это мы вот так откладываем. Камушек мы сразу промываем. Здесь мы все пробираем, протираем. Так, руки протираем, бритву смотрим. Так. Водичку отсюда пока проберем, чтобы она нам тут не мешала никак. Так, смотрим. О! Все, что хотелось увидеть. Отработал тюрингеец, свой след оставил. Отличная, кстати сказать, отличная линейность получилась у нас. Опять же таки, показываю пяточку. Она у нас выступает эталоном, потому что ее отработать сложнее всего. У нас это получилось очень и очень хорошо. Вот. Все очень и очень хорошо. Так, сейчас я... Смотрите, какая область режущей кромки, классно. Сейчас я сделаю ладонную правку. Мы еще раз посмотрим в микроскоп, потому что после правки на ремне, ну, там зрительно никаких изменений мы не разглядим. А ладонная правка, она нам сейчас там такую прекрасную линию нарисует.
Зажил, кстати, более или менее у меня этот место столкновения со скальпелем. Так, ладно, не отвлекаемся, поехали. 100 проходов. Считаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 30. Раз, два, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 50. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 60. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. Не очень удобно ее держать. Буквально 2 секунды рука отдохнет. Так, 70-30 осталось. Раз, два, три, шесть, семь, восемь, девять, 80. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 90. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 100. 100 отработали. Наблюдаем. Так. Оп. Ля. Класс. Так, демонстрирую опять же таким. Вот он, микроконвекс на самой режущей кромке. Все, что осталось, это 50 проходов на ремешке и контрольный тест на рез волоса, и все. Так, расчехлились, ремешочек протерли, подогрели и погнали. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 40. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Зачехлились. Так. Будет нам видно. Ну, надеюсь, будет. Слышно, точно наверняка будет. Давайте я так поближе к этому самому я сделаю. Ха-ха-ха. Бритва не перебивает никак, что очень интересно. Может, что-то с волоском, конечно, не то. Ага, какой-то волосок попался.
Ряженые. Ну, тут прямо все четко. Слышно эта твердость. Слышна. Не вижу ничего. Так, ну все, процесс завершен. Все-таки, наверное, можно сталь эту описать как ординарную, наверное. Особыми она, выдающимися характеристиками она вряд ли себя прославит. Но в данный момент времени, по моему скромному мнению, максимально этот клинок к работе подготовлен. Максимально возможным образом. Вот таким вот образом провели мы полную заточную сессию суперсовременной бритвы Дово для Артема. Поэтому, естественно, бритва безотлагательно пакуется и отправляется законному владельцу с наилучшими пожеланиями. У меня же на этом все. Всем спасибо за внимание. Всего самого наилучшего. До скорых встреч в эфире. Банзай!